16-й альманах «Звонкой строки» будет не таким, как прежний, говорят создатели. Центральная тема – Великая Отечественная и Красногорский район, как прифронтовая зона. Круглая дата обязывает. Каждый дом защищали бойцы Сталинграда. Схватки шли и за комнаты, за этажи. О той битве великой всегда помни свято. К обелиску букет алых роз положи. Это стихотворение, созданное по мотивам заметок Бориса Полевого, также войдет в новый сборник. На его страницы попадут и привычные красногорскому читателю разделы. Детское творчество, лирика и, конечно, стихи корифеев вновь наполнят издание. Эти последние 3 года очень много прибыло к нам новых поэтов, молодых, с новыми мыслями, иначе смотрящими на мир, отображающими его в своих стихах. Нехватки материала нет, говорят в редколлегии. Поэтов стало так много, что редакция может позволить себе выбирать. Но обязательно в каждом сборнике находится место авторам, ушедшим из жизни. Их творчество живет на страницах альманаха. Последний сборник был равен 200 страниц. И этот сборник не будет меньше, если не будет больше, потому что формат сборника мы решили изменить. Теперь «Звонкая строка» будет печататься на страницах А4. В 16-м издании, посвященном 9 мая, будет больше иллюстраций и, конечно, творчества местных поэтов. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.